И сейчас мы хотим вручить статуэточку. Самая яркая певица Татьяна Морозова. Самая яркая певица 2023. Татьяна, ну сколько лет этой песне? Я ее пою с 98 года, прошлого века. Вау, вы понимаете? А ее все знают, любят и тоже подпевают. Вот в чем феномен этой песни? Наверное, в том, что такая песня-жвачка. То есть там вот это вот слово «какао», «какао», вот оно как жвачка. Вот. И сейчас, кстати, в прошлом году в ТикТоке молодежь прям подхватила и считает, что это вообще новая какая-то песня. Да? Ну вот когда у Кати Лель выстрелила песня тоже, да, уже лет 20 ей приблизительно, «Мой мармеладный», я думаю, что и «какао» ждет такое будущее скоро. А кто автор этой песни? Это на самом деле перепевка эта песня, да. Слова Дмитрия Чижова. Он еще что-то написал такое хитовое? Дмитрий Чижов? Да, для Марины Хлебниковой «Чашка кофею». О, слушайте, он такой любитель утренних напитков, да? Ну, видимо, да. Сегодня канун Нового года. Что оставляем в старом году, что с собой берем в новый? Оставляем весь негатив, а берем все хорошее. И мечтаем, мечтаем только о позитивном, потому что наши мысли, они все-таки определяют наше сознание, наши действия. Вот, поэтому только с хорошими мыслями вперед. Ну, а то, что мы берем 2024, это точно хит всех времен народов, какао-какао, и вместе с этим хитом уходим праздновать замечательный праздник. Мы находимся вновь на ярком, интересном мероприятии. А насколько оно интересно, сейчас поговорим с одним из партнеров, со сладким партнером, с представителем кондитерской индустрии. Представьтесь. Наташа Гурова. Я кондитер, лучший кондитер 2023 года. Вау, лучший кондитер. То есть все остальные кондитеры просто отдыхают. Я делаю трехъярусные торты на мероприятие всем-всем артистам. Конечно же, мне нужны реальные заказчики. Мы тебе таких заказчиков, мы тебе лучших заказчиков найдем. Вот один из них, Леня Голубков, вот один из заказчиков, уже в очереди. И Халявчиков, да? Халявчик, да? Я говорю, не халявщик, а партнер. Ну что ж, вы, наверное, все узнали это медийное лицо Алёни Голубкова. А на самом деле это актер Владимир Пермяков. И мы с ним лично знакомы. Но сейчас мы не про это, про все будем говорить, а про реально сенсацию. Этот человек создал пьесу. Расскажите о ней, Владимир. Потом, и притом пьеса библейско-патриотическая. Пьеса рождения о том, как мой герой через любовь, ошибки и трагедию приходит к Богу. Это пьеса обобщения, переосмысления нашей истории. Сейчас есть уже некоторые режиссеры, которые хотят ее поставить. И в Питере, и в Москве мы ищем театр. Так что я вас заранее заочно приглашаю. А мы придем, а мы с удовольствием придем. Владимир, такой вопрос. Накануне Нового года, что бы вы вот прям лично из своей жизни взяли в Новый год, а что бы оставили в старом? Ну, талант актерский, авторский. Ну, а что оставить? Оставить пустоту вот эту, не может быть, неуверенность когда-то. Вот. Немножко лень, иногда вот апатия наступает, ничего не хочется делать. Вот этот негатив убрать. Пожелать хочу удачи, денег множество, придачу, яхту, виллу, самолет. В общем, пусть вам повезет. Давайте помашем нашим подписчикам. Стоп, стоп, у нас новое поколение, новый Леня Голубков, поэтому давайте, спасибо вам за ваш век, за вашу деятельность, за МММ. Но у нас теперь новый МММчик врывается, новый МММчик, или кто? Саша, оставайся с нами, смотри, какой пас. И вот новое, иди к нам, вот они, новые звезды. Петр Кузнецов, топ-6 блогер ВКонтакте, также канал в Ютубе глаголит Петр. В общем,
общая сумма более 500 тысяч подписчиков. Ну вот они цифры, большие цифры. Ну а кто-то говорит, что не Леня Голубков номер два. Понимаешь, опять цифры, опять масштабы, опять все круто. Куда вкладывать? Куда вкладывать? Ну куда? Храните деньги в банке, потому что процентная ставка, сами видели, 16%. Да. Или вот золото. Посмотри, какое золото, ты видела такие цацки? Нет, я первый раз так близко это вижу. Хочешь потрогать? А вдруг там сигнализация? Ой, вот. А тут уже, а тут рядом уже с золотом женщины раздеваются. А тут уже все, смотрите, 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 фурор. Тут уже жемчуга падают, серебро, брюлики. Расскажи о себе, яркая, красивая. Я топ-фэшн-модель 2023 года. Светлана Разумникова. Спасибо. Так, что еще рассказать? Я креативный продюсер разных проектов, организатор тоже фэшн-мероприятий. Кстати говоря, у нас проект. Добрый вечер. У нас совместный проект с Денисом Пальцевым. Это наш очень суперский крутой арт-художник. Мега-мега-мега-крутой. У нас Де Арчи, это пиар-продюсер. Я креативный продюсер данного проекта. Лучший YouTube-проект 2023 года! Полетел! Не могу сказать, что это было неожиданно, мне кажется, это предсказуемо, особенно когда вложено столько сил, столько эмоций, столько любви в наш проект. Мы берем. Сегодня готовилась, честно, как к Оскару, честно говоря, сегодня наша первая такая серьезная номинация. Подписывайтесь на наш канал, будьте нашими зрителями и будьте всегда в кадре нашей камеры. Те люди, которые хотят о себе заявить, наша платформа, YouTube-канал «Бабий Гам» дает возможность, чтобы мы сделали красивое, полноценное индивидуальное интервью уже отдельно. Ну а также на светских мероприятиях мы знакомим наших зрителей, наших подписчиков со событиями в городе. Ну и вообще, как говорится, в мире и в стране. Поэтому меня зовут Яша, это Саша. Мы только маленький состав нашей большой команды. Сегодня впервые встретились шикарные ламы на таком классном вечере. А, ламы, чем вы знамениты? На самом деле я очень скромная, всегда очень стесняюсь говорить сама о себе. Вот сейчас не надо, вот так, скромность забыть. Но для мотивации, если мы говорим, то я продюсер, композитор, певица, фэшн-стар, писатель. Написала бестселлер, который вышел во всех странах мира. Его презентация прошла на Красной площади среди лучших бестселлеров мира. Это мотивирующая книга, которая снискала любовь в сердцах миллионов людей. Название какое? «Остаться в живых». И эта книга «Батарейка». Эта книга «Батарейка», я бы очень мечтала, чтобы после меня жила не только моя музыка, но и моя книга. На мой взгляд, очень важно, когда ты ведешь борьбу за свою жизнь, за свое место под солнцем, это остаться самой собой, сохранить чистоту души, никогда ни через кого не переступать. И даже если идет угроза жизни, очень важно выцарапать свою жизнь из лап смерти не любой ценой, а только руководствуясь принципами добра, взаимоуважения, принципом помощи другим. Как говорят, знаете, если ты хочешь помочь себе, помоги другому. Очень яркие, новогодние, праздничные гости этого мероприятия, и очень хочется с ними познакомиться. А девушек больше, мужчин всего один, поэтому начну с вас. Здравствуйте, как вас зовут и кто вы? Алекс. Сейчас дизайнер, капитан второго ранга. Это совместимо, оказывается? Ходят фейки, что я командир подводной лодки. Но это неправда, просто разрабатывал оборудование. Кто-то умеет чертить, умеет и шить. Потрясающе. Так, давайте теперь знакомимся с очаровательными девушками. Как вас зовут? Наталья. Певень, модель, 5 лет. У меня школа, королевская осанка. Меня зовут Луиза. Я бабушка. У меня 4 внуков. И я нашла вторую жизнь в знакомстве с Александром Николаевым. У вас роман? Который
нашем возрасте женщин настолько осчастливил, из нас сделал баронесс, из обычных бабушек. Он сделал с помощью таких нарядов необыкновенных красивых бабушек, которые и бабушкам назвать нельзя. Меня зовут Ирина. Я художник по росписи по шелку и модель 50+. Вот. Сегодня я первый раз на показе Александры Николаева, чему безумно рада. У него потрясающая коллекция. Каждая женщина выглядит королевой. Что мы оставляем в старом году и что берем с собой в новый? Мы оставляем грусть, разочарование, тревоги, берем надежду, любовь, крепкое здоровье всем, и пусть исполняются у всех их заветные желания. Вот, но в новом году мечтаю сделать платье полностью из стразов. У вас получится. Да. Удачи всем, здоровья, благополучия и любви. Любви, безусловно. Что бы вы с собой взяли в Новый год? Я хочу с собой оставить самое главное в жизни и в семье любого человека – это понимание, любовь и нежность друг к другу в близкой семье. Я беру все хорошее, все прекрасное, что было в этом году, оставляю плохое. Мы сегодня на великолепном мероприятии, таком праздничном, таком зажигательном, и все это организовала прекрасная наша подруга, суперорганизатор Юлия Большакова. Юля, ну как тебе? Ну да, все прекрасно, всем весело, все замечательно. Ресторан красивый, звезды наши великолепные, все, кто посетили наше мероприятие и наши номинанты. Юля, наступает новый 2024 год. Что бы ты забрала с собой в этот Новый год, а что бы оставила в старом 23-м? Я бы забрала с собой всех позитивных людей, всех самых лучших, добрых, прекрасных. Топ-50? Да, конечно, топ-50 всех лучших персон. Вот. И, конечно, таких вот светлых людей, чистых, позитивных, как вы. Вот так вот. Саш, что бы ты взяла в новый 2024 год? А что бы оставила там? Ну, конечно же, я бы хотела взять с собой важные вещи для всех людей. Это свою семью, это здоровье, это тот успех, который пришел ко мне в 23-м году. И, конечно же, я хочу, чтобы те награды, которые мы получили в этом году, они приумножились в следующем году, чтобы у нас был стимул и мотивация быть не только топ-50 лучших, а вообще лучшими из лучших, потому что мы к этому идем, мы все делаем для этого, и я очень счастлива, что мы встречаем таких людей, как Юля, с которой мы на одной волне, мы даже сегодня в одном дресс-коде на красной дороге. В общем, такая beautiful life, чтобы продолжалась в новом году. А что бы ты оставила, одним словом? Что бы я оставила? Себя, вот не изменять самой себе. Я бы оставила, какие бы ни пришли ко мне медные трубы, новые знакомства, я хочу оставаться сама собой. Дорогие подписчики, дорогие, любимые, вы наша семья, вы наши сердечки. Я желаю вам счастья, здоровья, любви. Вы лучшие. Процветания тех сумм, ожидания тех сумм, стоит количество нулей, которые вы хотите. И, конечно же, позитивных, теплых, добрых людей. Мечтайте и под Новый год, и под Рождество, и вообще каждый день мечты сбываются. Главное не забывать мечтать, и главное что-то делать для реализации этих желаний. Я желаю любви. Я желаю подписчикам в новом году, чтобы они были счастливы, как никогда. И чтобы мужики были классные у девушек, а у мужиков были классные девушки. С новым 2024 годом! Мирного сосуществования в сердце, добра, счастья и исполнения чудес в новогоднюю ночь. Здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Самое главное – это быть здоровыми. Благополучия! В этом году всем-всем-всем! С Новым годом желаю здоровья, любви и секса! И вот хочется сказать вот эту фразу «Стоп! Снято!» И это был прекрасный 2023 год, который нам подарил очень много ярких событий, личностей, людей. Ну, знаешь, я благодарен этому году. Это было вау! 24-й, мы рады встрече с тобой. Ну и наши, конечно, бабигамовцы. Саша, Яша, Олечка, Маша. С
Света, Канареечка и, конечно, Кристина. Всем, всем привет. Ваш Баби Гам. Ваш Баби Гам, мы вас любим. Подписывайтесь, ставьте лайки и, конечно же, комментируйте. И наша синхронная фраза. И синхронный поцелуйчик.